Владимиру Турчинскому в 2022 году исполнилось бы 59 лет. Спортсмен, актер и телеведущий прожил насыщенную жизнь. Он считал самым важным в своей жизни семью, жену и дочь. С Ириной Турчинской они познакомились в фитнес-зале и провели вместе 12 счастливых лет, 10 из которых воспитывали совместную дочку Ксению. Его жизнь оставила много загадок. Он ушел на руках у Ирины. О том, почему это произошло, до сих пор ходят споры. После случившейся трагедии Ирине с 10-летней Ксюшей предстояло учиться жить самостоятельно. В одно мгновение она превратилась из супруги, которая встречает мужа с работы, в главную добычицу в семье. Все изменилось в 2015 году, когда Ирина Турчинская приняла участие в проекте «Взвешенные люди», став одним из тренеров ТВ-шоу. Тогда же она ушла с поста директора фитнес-клуба и получила дополнительное образование по диетологии. В память о муже она стала жить и развиваться, воспитывала дочь. Ирина участвовала в телевизионных проектах и работала на НТВ. В настоящий момент Ирина занимается своим детищем, проектом, помогающим женщинам держать себя в форме. Дочери Ксении 12 ноября исполнилось 22 года. Она училась в обычной школе и занималась танцами. Девушка реализовала мамину мечту и стала моделью. Некоторое время работала в Китае. Позже поступила в школу-студию МХАТ на бюджетное отделение. Учится на продюсера. Работает оператором видеостудии, сама снимает жилье. Отец задал высокую планку в поисках жениха. Ксения пока в поиске.